В Орске немало талантливых людей, не только творческие. Вот, например, Сергей Бобылев, психолог от Бога. Не так давно он вернулся с областного конкурса, где получил звание «Лучший по профессии». Вот уже 13 лет Сергей работает в правоохранительных органах. За это время в его жизни произошло много событий, в том числе и служба в горячих точках. Однако своему выбору работать психологом и лечить души своих сослуживцев он не изменил. Я никогда не жалел. Вот, и как-то на выбор профессии, моей профессии, сыграла роль моя мама, которая всегда мечтала, чтобы я стал врачом. Но волею судеб так сложилось, что врачом я не стал. Стал я психологом. Психолог – это мое, так скажем, дополнительное образование вообще. Вот. А получилось так, что это, оно переросло как бы в такое некое профессиональное кредо. И вот я свою профессию люблю, мне нравится моя профессия. Приняв участие в областном конкурсе профмастерства, Сергей не надеялся на победу. Ведь вместе с ним за звание «Лучший по профессии» боролись еще 12 земляков, среди которых и довольно-таки опытные психологи. Все-таки плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. В глубине души, конечно, было желание победить. Может быть, это тот мотив двигал мной, когда я понимаю, осознаю, все-таки я служу в спецподразделении в ОМОНе. То есть, вот. А здесь такой девиз, что всегда вперед, всегда впереди и так далее. Нахожусь в отряде около года. Сергей Васильевич зарекомендовал в моей главе себя очень хорошим сотрудником. Если свободное время появляется, ну, общаемся. Так, проводятся занятия. К нему можно обратиться с любой проблемой, так как семейной, так как служебной. Ну, в любой ситуации поможет. Я вообще по натуре спасатель. То есть я так думаю, что если бы не получилось так, не сложилась бы судьба работать психологом именно в ОМОНе, может быть, я даже работал бы психологом в другой структуре.